Турнир настоящих профессионалов. Лучшие борцы из 12 российских регионов встретились на турнире на призы Героя России Николая Гаврилова. Сегодня финальные схватки. Кульминация отборочного этапа. Главная интрига – кто же получит звание мастера спорта? Среди претендентов на этот почетный титул более 40 сильнейших спортсменов. Радость победы с теми, кто поднялся на пьедестал, разделили и мои коллеги. Неожиданный поворот событий для болельщиков. Первая схватка за золото турнира. На татами выходят сразу два чувашских спортсмена. Удачный бросок и мощный захват принесли счастливый билет борцу в красном трико. Степан Филиппов становится первым призером всероссийских соревнований. В этом бое ему удалось значительно улучшить и личные рекорды. Вторая золотая медаль тоже досталась чувашскому спортсмену. На пьедестал почета поднялся воспитанник Ибрейсинской спортшколы. Эта схватка до последнего держала болельщиков в напряжении. Чемпионский титул в этой встрече наш земляк вырвал в последние секунды. За первые места в финале боролись 12 спортсменов из Чувашии. Победа здесь – залог отличной подготовки. Противники более чем достойные. Многие становились призерами престижных соревнований. Выкладываться борцам приходится за каждый балл. В схватке лучших вопрос, кто победит, открыт до последнего. Спортсмены боролись за 19 комплектов наград и звания мастеров. После победы здесь открываются новые перспективы. Виновник спортивного торжества Николай Гаврилов проводит эти соревнования 7-й год подряд. Радость о достижении участников, отмечает он, действительно стоит всех затрат. Из этих мальчишек, я уверен, вырастут чемпионы мира. И вот рядом сидящие со мной олимпийские чемпионы подтверждают, что уровень турнира растет. Но нам нужен не только спорт высшего класса. Спорт должен быть массовый, потому что из 100 участников соревнований десятки, а потом один станет олимпийским чемпионом. А радость получают все. С каждым годом количество участников турнира увеличивается. В этот раз за высшие награды поборолись более 250 спортсменов. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.